Вы, наверное, видели, как я в высокопорте им залезал. Да. Дело в том, что в конце 19 века был изобретен немецким мастером инструмент под названием виола тенора, что из себя представляло что-то среднее между скрипкой, виолончелью и альто. Строй был на октаву ниже, чем у скрипки. Размер был похож, но только больше на альт. А инструмент выполнял скорее виолончель. То есть была давнишняя мечта многих поколений, которая еще пошла. Идея пошла от Баха, который изобрел известный виола Бахоза, пятиструнный виолончель, который написал свою шестую сюиту. Мечта многих композиторов объединить в одном инструменте и басовый инструмент, и сольный инструмент, и аккомпанирующий инструмент. Вот в этом трио Сергей Иванович Танеев написал, а этот трио написал для виола тенора. У нас был один однокопный инструмент, сделанный мастером Медачиком. И мы видим, он имеет инструмент, очень был вдохновлен, возможность его передеваться на исполнителя и написал для него для виола тенора и для альта, и для трио. Но по сути, конечно, эта партия играется на виолончели. Поэтому мы решили еще раз вам демонстрировать все возможности thank you.